До конца года в Башкортостане разработают кодекс предпринимательской деятельности, направленный на поддержку инвесторов. Инициатива прозвучала на заседании проектного офиса по улучшению инвестклимата в республике. Создание единого документа для бизнес-сообщества позволит упростить региональное законодательство, ведь в нем детально пропишут все инструменты и механизмы оказания государственной поддержки инвесторам. Александр Сетякин поручил до конца года разработать проект и привлечь для этого экспертное сообщество. Он отметил, в текущем году в республике удалось переломить тенденцию по сокращению и закрытию предприятий малого и среднего бизнеса. Тенденция мы смогли переломить буквально в этом году, развернуть тенденцию. У нас количество вновь созданных предприятий, зарегистрированных, превышает количество тех, которые закрываются. Хоть пока это и незначительно, но этот рост виден, он есть. По данным регионального Минэкономразвития, в прошлом году Башкортостан занял высокие позиции в национальном рейтинге в сфере законодательства по защите и поддержке инвесторов. Эксперты оценили регион на четверку, отметив, что в республике четко отлажена система обратной связи. Бизнесменам предоставляются налоговые и финансовые преференции. Кроме того, ведется активная законотворческая деятельность. По мнению специалистов, лучшие практики по работе с инвесторами у Татарстана, Воронежской и Калужской областей.